Сильный снегопад доставил немало забот горожанам. И хотя уже прошло два дня после циклона, его последствия до сих пор не везде удается устранить. Сейчас главное расчистить дороги и тротуары. Но необходимость оставить свою машину в удобном месте жителям важнее. Некоторые паркуются даже на клумбах. Вы же видите, что ничего не очищено и не видно. Куда стать? Ну, а вот как жить? Я вот потом вышла, смотри, да, клумба, а до этого не видно. Машины стоят, что и ничего абсолютно не видно, что это. Ну, о том, что, конечно, здесь была реконструкция и готовится красивый сквер, бульвар. Вы, как житель, все-таки знали. Ну, почему же вы заезжаете? Мне очень стыдно. Из-за большого количества осадков клумбы и тротуары сложно различить. Но Поплеханова парковка проектом не предусмотрена. Снег еще больше усугубил проблему. Границ между тротуаром и дорогой нет вообще. И так не только здесь. И я бы хотела обратиться ко всем руководителям повторно, ко всем физическим и юридическим лицам, организовать уборку своих, уборку прилегающих закрепленных территорий от снега и льда и вывести весь очищенный снег и лед со своих закрепленных территорий. Вот сегодняшняя проверка показала, что практически те руководители организации учреждений, которые приступили к очистке своих территорий, они складируют этот снег на своих территориях. У горожан есть еще два дня по устранению снежных завалов. После этого срока администрация начнет штрафовать нарушителей. Для вывоза снега в округе определены два полигона – район стройки ТЭЦ и улица Московская. Надежда Якушенко, Игорь Антонов, Телемикс.